Ренат уже 10-ю осень встречает в колонии строгого режима. Еще столько же он будет смотреть на мир сквозь решетки исправительного учреждения. Он рецидивист и на помилование рассчитывать не может. Первый срок ничему его не научил. Второй раз он сел за убийство. В 2004 году был осужден по различным статьям. Грабеж, угон. Мне было 19 лет. Родителей Ренат потерял рано, воспитывала его бабушка. Возможно, недостаток родительского внимания и любви пагубно повлиял на молодого человека, и при выборе жизненного пути никого не было, чтобы уберечь от ошибки и не преступить закон. Уже будучи за решеткой, он был завербован радикалами. Попал под влияние людям, которые исповедовали салафизм. Они так говорили, что человек, который осужден за религию, значит, он на истине. Почему? Потому что государство и сотрудники там, и тому подобные власти, они скрывают истину таким образом, закрывая людей, знающих. Человек может повестись в таком возрасте, как я был, вот, может послушать. И потом дальше уже в совокупности всего этого, когда оно у тебя укореняется, возникает такое братство, какие-то хадисы эмоциональные уже идет. Человек, который попадает туда, естественно, у него психологически идет стресс, совершил преступление, он об этом думает. И в этот момент, в момент осмысления, в период осмысления, вот эти вот члены ДРТ, деструктивно-религиозных течений, воздействуют на них чисто психологически. И они говорят, ты начинаешь с нами с чистого лица, листа. И вот то, что когда они это говорят, естественно, человеку это выгодно. То есть он хочет, чтобы его поняли, он хочет, чтобы его простили. Он хочет, чтобы с ним считались, как с человеком. Свои установки, которые у них есть у ваххабитов, они начинают обучать их. И те, которые там сидят, естественно, они начинают контактировать с ними, пополняют ряды ваххабитов. Почему радикалы вербуют в колониях? Эксперты выделяют три основные причины. Во-первых, близкий контакт. Второй фактор – страх насилия. В-третьих, самобичевание. Осужденный находится в стрессовой ситуации. Здесь на помощь ему приходят радикалы. Убеждают, что все, что он сотворил, ему простится, если он вступит в их ряды. Ты себе ищешь как бы друга для утешения, и как бы человек, который тебе в тюрьме рассказывает, он тебе ближе становится. Слушай таких радикальных вот этих проповедников. В моем случае это вот, Надир Абу-Хоули влияет очень отрицательно. Почему? Потому что человек как бы становится управляемым и сам не может размышлять. Что такое фанатизм и как они его проявляют? Они считают правильным только то мнение, которое они посчитали правильным за счет своих шейхов. А то мнение, которое несут другие ученые ислама, они не принимают. Вот это вот их проявление религиозного радикализма и религиозного фанатизма. Мы за ними замечаем высокомерие. Но нужно отметить, что не все они таковы. Да, среди них есть и добрые люди, которые искренне стремятся к лику Аллаха. Но за ними мы видим фанатизм в религии. И здесь обратите внимание, ислам учит мусульманина быть миролюбивым не только по отношению к мусульманину, а он должен находить доброе сердце и по отношению к тем людям, которые являются представителями других религий. Возвращенная агрессия Рената, его жестокость и нелюбовь ко всему миру – идеальная почва для зерен радикализма. Идеология неповиновения, да, или непринятия светского государства, она основана на взглядах идеологических, которые распространяются представителями деструктивных религиозных течений. Психологическое состояние, где он видит выход только в одном, чтобы все это изменить. Надо изменить режим. Но на самом деле это неправильная точка зрения. И то, что государство, какое бы оно ни было, теологическое или светское, во главе должен стоять человек, который
ценит, да, права других, в том числе на право их свободу вероисповедания. Эти люди должны быть просвещенные, и они должны руководствоваться общечеловеческими ценностями. Что я хочу сказать еще молодому поколению, то, что на моем горьком опыте, чтобы они не слушали всяких сомнителей, всяких проповедников, там, псевдо, да, вот так выразиться, сомнительных сайтов, чтобы не лазили. Осознаю свою вину. Вирус религиозного радикализма очень заразен, быстро распространяется. Полностью избавиться от него очень сложно. А лечение требует большого количества времени и сил специалистов. Сейчас с Ренатом работают теологи. Они помогают ему понять свои ошибки и встать на путь исправления.